мне далекий Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май, помнит сердце, не забудет никогда. Те, кто остался жив, с радостью встречает 70-летнюю победу в войне. Очень жалко тех, которые, миллионы людей, не удостоились такой счастья. Война это страшно было. Очень страшная война была это. Мне в ноябре должно было исполняться 17 лет, а в октябре меня призвали в армию. Когда мы на фронт пошли, в нашем полку было 186 человек. Мы же офицерами и так далее. После того, после двух лет, когда мы все собрались, мы разбросались. Когда собрались, осталось у нас всего 18 человек. Вот некоторые писатели сравнивают, какая была мясорубка во время Курской, Орловской дуги, такая мясорубка была. Очень много было танков с нашей стороны, со стороны врага. Но все равно там, значит, мы это контрнаступление это, врага заставили уходить. 9 мая мы во втором эшелоне победы встретили, а уже, когда закончился окончательно, 12 мая закончились и встретились мы с американцами. Территория Венгрии и Австрии мы с Чехословакии шли пешком. Мы сперва хотели днем идти, днем очень тяжело, у нас вот шкатка чинили, противогаз, саперная лопата, патроны, винтовки и так далее. У нас автомат был, трудно. Поэтому решили ночью пешком. Значит, вечером после ужина трогаемся в путь, перед рассветом приезжаем на то место, где уже нас ждут там повара и так далее, и так далее. Там приходим, завтракаем и до обеда спим. После обеда маленькие занятия, опять трогаемся. Целый месяц шли мы. Ребят, которые родились на Урале, это Башкирия, Татари, Оренбургского, Челябинска, вот этих ребят надежно более оставили служить на территории Австрии в составе оккупационных войск. Вот я, значит, после войны 5 лет прослужил там. Для меня победа была мой второй день рождения. Я просто Богу молился. Раз я остался жив, я уже второй раз родился. Мы не думали, что мы живы останемся. Всегда так было. Потому что рядом вот каждый день то одного теряем, то другого теряем. Каждый день хороним вот этих своих ребят и так далее. И мы думаем, мы завтра нас, наверное, убьют и так далее. Такое вот мнение было. А вот когда уже объявили победу, День Победы, я говорю, ну, я уже второй раз родился. Когда демобилизовался я, у меня было 24 года, вот 70 лет, получается сколько? Много получается, да? Помнит сердце, не забудет никогда!